Добрый день, это Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттелем. Пишите нам на сайт finam.fm, телефон 165-10-99-6, код города 495. Сегодня обсуждаем с моими гостями инновации и венчурный бизнес. В студии меня управляющий партнер компании Maxwell Capital Александр Туркот, советник президента фонда «Сколково» и директор департамента инвестиций российской венчурной компании Ян Рязанцев. Добрый день, дорогие мои, Ян. Вопрос сразу. За все вот те годы, которые прошли, когда у нас на слуху появились в России слова венчур, инвестиции, инновации, от создания крупных госкорпораций, какие KPI у нас, ну, слово умное, уж простите, по каким параметрам мы можем судить об успешности или неуспешности того, что происходит в России с этим бизнесом? Смотрите, на венчурном рынке есть достаточно распространенные KPI, по которым, то есть параметры эффективности, да, которые используются профессиональными участниками. Это объем сделок на рынке, такие статистические характеристики по всему рынку. Объем сделок, объем капитализации компаний, объем продаж продукции, услуг. Некоторые такие параметры используются и нами для того, чтобы оценивать эффективность деятельности РВК и рынка в целом. По тем параметрам, которые сейчас мы имеем в отчетах и в статистических выкладках, да, у нас есть, как говорится, и плюсы, и минусы. Положительная тенденция может оцениваться в виде роста, действительно роста наличия капитала венчурного на российском рынке, предназначенного для инвестиций в российские компании, стартапы. С другой стороны, есть такой параметр по реализации инвестиций, то есть по продажам или по слияниям компаний. Здесь у нас... Нельзя, то есть по выходу из сделок. По выходу из сделок, да. Здесь у нас, не могу сказать, что пока какие-то серьезные большие прорывы, потому что у нас одновременно развивался и рынок, и мы начали не так давно. Соответственно, те несколько лет... Как недавно? Примерно где-то, Александр Ильич, от 3 до 5 лет? Я понимаю, что это звучит уже в рамках уголовного кодекса. Я хотел спросить, по какой статье. 5-6 лет примерно можно считать вот такого активного развития. Но это срок недостаточный, чтобы в массовом таком режиме увидеть большое количество выходов. А чего достаточно вот было бы? Срок недостаточно, денег недостаточно. По мне так параметры все-таки не столько, сколько вложено капитала, да, а сколько выстрелило, что мы получили на выходе. И вот с этими параметрами, мне кажется, хуже. Если посмотреть... Кстати, многих очень людей, да, там Ян говорит, показатели выхода, люди образованные вполне в бизнесе, мне серьезно, на полном серьезе задавали вопрос, там, когда РВК выходит из... Это, говорит, очень плохо, они, видимо, решили больше в этой сделке не участвовать. У меня просто истерика началась, когда я это услышал. Значит, вышло. Но на самом деле, когда будем говорить, не выйдет, выстрелило. Сколько выстрелило? Сколько вот из компаний, которые вообще на российском рынке были инвестированы, а главное, в каких областях? Нет, ну, если вопрос ко мне, то да. Я бы сказал так. Во-первых, я думаю, что это не 5-6 лет, конечно. 5-6 лет, это, наверное... Так, когда начались разговоры. Деятельность институтов развития. Да, деятельность институтов развития, которые, собственно, системно начали поддерживать эту историю. На самом деле, первые сделки венчурные, наверное, там, мы имеем в виду все-таки такой вот высокотехнологичный рынок, они, наверное, лет там 12-15 назад были, да, уже их можно вспомнить. Какие-то. Честно говоря, и больше. Может, и больше даже, да. Вот, ну, именно венчурные. Ну, суть не в этом, то есть давно, как, скажем так, по ветре, как мода, да, какая-то, в хорошем смысле слова, да, наверное, лет 5, а сейчас вот я... как, скажем, управляющий партнер такого начинающего фонда, да, вот фонд мой только стартовал, я вдруг обнаружил, что это какая-то мода совершенно, да, то есть сегодня по рынку ходит довольно много народу, такого опытного, грамотного, вполне технического, который говорит, и я собрал фонд, и я собираю фонд. А зачем? А вот объясни мне, пожалуйста, а зачем они это делают? То есть как рассказываю, бы... Ну... Рассказываю. Значит, если глобально общечеловечески, я могу там рассказать на живых примерах,
причем эти живые примеры, они скорее некие аналоги того, что происходило на Западе или происходит. Да? Вот были все эти дот-ком-пузыри, да, когда там человек мог такой... Ну, это не МММ, конечно, да, гораздо более честно и законно, но когда человек мог положить там рубль там, или доллар свой, спокойно про все забыть, и там через 3-5 лет вдруг увидеть, что этот доллар превратился в 10 абсолютно законным способом. Компании росли, пузыри эти росли и так далее. Ну, ничего, я вмешаюсь, да, потому что я помню, как зарабатывали люди как раз на доткомовском буме немножко по-другому, то, что называется как раз на выходе, только на другом. Нет, это уже... Люди покупали, в основном зарабатывали на IPO в тот же день, там успевая продать, там накануне размещения чуть-чуть. Ну, появилась прям целая прослойка сотрудников компании, которые на опционных программах разбогатели, вдруг в один день стали миллионерами. Появилась какая-то история. В основном это айтишные компании были. Сегодня, значит, можно говорить о том, что не только IT уже делает моду. Более того, уже появились вещи значительно более привлекательные с точки зрения вот такой вот венчурной. Я, может, меня поправят, но я совершенно явно вижу перед глазами, как привлекательные для денег две еще, кроме айтишной, там, телекомовской, интернетовской зоны, Биомед. И, соответственно, там клинтек, что называется, новая энергия, новые источники энергии и так далее, энергосбережение и прочее. Про биомед мне очень хорошо объяснил один мой знакомый венчурный инвестор американский, когда я его спросил, а что он там свой портфель стал диверсифицировать, почему он забирает деньги из IT-телеком, в котором он очень хорошо понимает и много лет сидит. Он сказал, ты понимаешь, какая штука? IT-телеком торгует чем? Вот венчурный бизнес, что ты на копейку зарабатываешь 10 рублей. Да? Быстрые деньги и красота, лотерея. А биомед, понимаешь, чем торгует? Биомед торгует вечной жизнью. Вот человек с улицы придет, он что будет покупать? 10 рублей или вечную жизнь? Вот поэтому все там сейчас начинают вечную жизнь немножко играть. Ну и просто, это своего рода тоже там пузырь венчурный, как обычно. Но теперь по поводу вашего вопроса там по критериям, выходы, есть ли выходы, будут ли выходы? Ну, во-первых, если, как мы говорим, системная поддержка началась 5-6 лет назад, то выходы, собственно, и должны начаться вот сейчас. Угу. Да? Я думаю, что они в какой-то момент у нас появятся и появляются уже какие-то. Другое дело, что это вещи единичные. А, и самое главное, и тут я совершенно согласен с коллегой, в том, что не очень понятно, куда выходить. Да, то есть, а кто купит? Да, вот куда, маршрут, куда выходить? Нет, ну маршрут-то понятен, но он нас не устраивает. Коллеги, ну я бы из этого времени все-таки некоторую часть, некоторый период все-таки заминусовал, потому что мы попали на довольно жесткий кризис. Да, да, конечно. И в этот кризис, хотя и создаются новые команды, и очень хорошее время для создания компании, тем для компаний, которые уже живут, для них, для многих это просто смертельное время, да. И ни денег новых, ни продаж нет. РБК как все-таки такой флагман государства в этом, да, все-таки, и, на мой взгляд, не воспримите это как рекламу, но одна из немногих действительно действующих компаний. Не буду ничего сейчас говорить про другие, но просто я видел, как работает РБК, и видел, как работают как раз гости моей студии, действительно самоотверженные, с полной отдачей. Интересы государства во всем этом должны быть какие? И не в плане денег, а вот именно в направлениях развития. Как раз Александр заговорил про биотек. Я знаю, что у вас были несколько интересных проектов с биотеком. Во-первых, биофармацевтические инвестиции, этот биофонд РБК, да? Что с ним происходит? И то, что вы с AstraZeneca делали в прошлом году, биобанк, это же на самом деле действительно прорывные технологии. Поправьте меня, если я не прав, да, если я там ошибся с датами и названиями. Смотрите, вот у нас три фонда в портфеле, которые связаны с биотеком, с фармой. Это Maxwell, Биопроцесс и наш дочерний фонд, биофонд, как мы его называем. Биофонд имеет инвестиционный фокус в области сервисов. Мы прекрасно понимаем, что на рынке есть провал такой в области специализированных сервисов для проведения клинических испытаний, аналитики, различные консалтинговые специализированные услуги для компаний на этом рынке. Поэтому сделали фонд, который ориентирован на инвестиции в такого рода бизнес. Это не фарма с огромными рисками, огромными потенциально выходами. Это достаточно такие спокойные бизнесы, которые просто должны быть на рынке, обслуживать все остальные
в компании. Что касается двух других фондов, это фонды, которые работают в фарме и в medical device, как говорят. Это оборудование для медицины, для медицинской диагностики и так далее. Диагностика, для лабораторной, разные отрасли. Больше в этой сфере работает фонд Maxwell Biotech, а в фарме больше работает фонд Биопроцесс. И там действительно есть несколько компаний, которые можно считать вполне прорывными. Если там удастся все, что там запланировано, то, конечно, мы увидим отличные выходы и будем пользоваться совершенно новыми продуктами, новыми препаратами. Но это сектор, я согласен, что он действительно сейчас в режиме бума находится, однако он гораздо тяжелее для инвесторов, чем IT. Это сроки, на которые надо рассчитывать, гораздо больше. Деньги инвестировать в гораздо больших объемах, поэтому это очень тяжелый бизнес. Об этом после выпуска новостей, если не возражаете, буквально да. Через несколько минут мы вернемся в студию. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттелем на сайте Finam.fm. Вы можете нам писать 651099-6, код города 495, звонить, беседую с Яном Рязанцевым, Александром Туркотом. Ян, простите, прервал вас. А где у нас вот критическая масса, кстати? Александр, я знаю, что у вас есть опыт работы во многих странах, и в каждой стране, естественно, своя специфика. Где у России все-таки может быть та прорывная масса, где Россия может прорваться? В IT, в биотеке, на стыке биологии с медициной, где-то еще, в химии, возможно. Где у нас есть научная школа, где есть мозги, где есть кадры? Я понял прямо вопрос. Значит, исторически считается, что инженерное образование и образование таким основным базовым наукам в России сохранилось на высоком уровне и поддерживается на высоком уровне. Я бы не был сверхоптимистичен здесь, но действительно остались островки этого образования. То есть во всем, что касается фундаментальных исследований, не требующих, скажем так, особой базы, да, скажем так, инфраструктурной базы, там шансы есть по-прежнему. Значит, это касается... Это, например? Это может касаться всего чего угодно, то, что касается моделирования, алгоритмов, расчетных каких-то вещей, то, что касается математической школы. Да? Такая же история примерно с тем, что касается физической школы. Может произойти что-то там на уровне исследований фундаментальных. Значит, в остальных областях, я считаю, что критическую массу набирать крайне сложно, просто потому что она везде уже набрала темп и растет быстрее, чем в России. Поэтому шансы, если есть, то в каких-то вещах абсолютно новых, там, где стартовые позиции, условно говоря... Условно равны, например, нулевые. Например, что это может быть? Ну, это может быть там вот стыковые истории всего, как биоинформатика, например, да, там истории связанные вроде бы на стыке там биомедицины и расчетных методов, да. Там, скажем, ну, если там по облакам, грубо говоря, мы вот по облачным вычислениям, все, что касается облачных вычислений, мы, наверное, не сильно отстаем, но и прорыва, скорее всего, там не будет. Но то, что касается вот там больших данных при должном раскладе, да, именно используя там те разработки и те наработки, которые есть с точки зрения математического аппарата и фундаментальной математики, там могут быть какие-то успехи. Ну вот, собственно, еще раз, да, мне кажется, что еще раз, что на самом деле следующие прорывы, может быть, еще раз, я, скорее всего, даже ошибаюсь, прорывы будут происходить не в каких-то конкретных фокусных направлениях, а где-то на стыке наук, вот таких, как, я не знаю, это могут быть там, например, композитные материалы. Угу. Я не специалист, но, например, да, там и так далее. Ян, а вообще, как только речь заходит о венчурных инвестициях, вообще об инновациях, у нас говорят, что там типа, ну, наука у нас еще осталась, мозги остались, менеджеров нету и людей, способных коммерциализировать продукт, нету. Насколько это правда и насколько эта ситуация изменилась? Насколько, возможно, выросло уже новое поколение менеджеров, которое хоть что-то понимает в том, что такое венчурные инвестиции, о том, как коммерциализировать продукт, довести его до готового? Да, ну, как все живое растет очень медленно, так и менеджеры вырастают медленно. И это интересная теория, все живое растет очень медленно. Медленно, это, видимо, да. Ян посмотрел на нас с Александром Васильевичем. Но полуживое. И уже не растущее. Проблема в том, что
этот процесс происходит гораздо медленнее, чем приглашение, скажем, на работу готового менеджера. Угу. Поэтому, я думаю, для нас самая выигрышная стратегия – это создание смешанных команд. Менеджмент хороший надо искать просто по всему миру, приглашать. И хорошие менеджеры сейчас вполне нормально реагируют на такие вещи, приезжают даже сюда. Вопрос в том, что нужно не бояться это делать. Так вот, вот этот некий такой национализм, он в данном случае очень вреден. Можно вполне делать международные команды, которые будут достигать результатов и в России, и за рубежом. Но мы же не во всем можем зависеть от варягов. У нас и так их вполне хватает, экспатов-то у нас. Там, из Америки, из Израиля понаехали. Понимаете, зависеть от варягов, например, в отделе продаж продукции, ничего страшного нет. Там очень простой, сравнительно простой бизнес-процесс. Надо взять товар. То есть на них можно и варягам позволить? Конечно. Они умеют это делать. Они хорошо в маркетинге разбираются, хорошо умеют продавать, например. Ну, по крайней мере, всему миру известно, кто лучше продает продукцию, кто лучше производит там ширпотреб и так далее. У каждого есть свои черты. Продажников надо искать в Израиле, если всем известно. В Израиле, в Америке, там отчасти в Европе, но... А чего продавать-то? Вот мне интересно, Александр, значит, в прошлом году Россия вошла в топ-5 стран по венчурным инвестициям, значит, порядка, ну, чуть больше 235 миллионов евро было инвестиций. Точнее, мы заняли четвертое место в Европе. Вошло в 5, хорошо, если вам удобно, чтобы... Четвертое в Европе и в топ-5, то есть всего пятое. Да, в топ-5 мы занимаем четвертое место по инвестициям, да. Так по Европе или по миру? По Европе. Мы занимаем первое место по темпам роста. По темпам роста, да. То есть просто при эффекте нулевой базы, простите за умное слово, это вовсе и не мудрено. Но мне интересно, куда вот было инвестировано столько денег? То есть по направлениям и примерно на самом деле какая от них ожидается отдача? И как считали методику подсчета, если вы взяли? Это не ко мне вопрос, как считали. Как считали эти топ-5? Я буквально просто там вчера или позавчера мне принесли какой-то отчет, там топ-10 самых... инновационных корпораций России. Где-то в каком-то западном СМИ было опубликовано. На первом месте... «Газпром». На первом месте, не хочу называть, там некая компания, туристический сайт. На втором месте, не помню кто еще, какой-то стартап. На третьем месте «Сколково», на девятом месте, значит, соответственно, РВК и так далее. То есть такой какой-то совершенный, абсолютный салат в мозгах у людей. Они не понимают разницы между там, вот какими-то... Я согласен, но мы все-таки не игроки инвестиционного рынка с точки зрения отношения к стартапам, компаниям. Мы в фонды инвестируем. Но в этом списке есть компании, которые проинвестированы нашими фондами. Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что они, в общем, не очень понимают институт развития. Да, мешают туристический сайт с институтом развития. Это совершенно точно. И по инновационности. Да. То есть это такой параметр инновационности. Это там как цвет стен сравнивать. Конечно, да? Это вечная проблема с пониманием, что этот термин значит. Тем не менее. Это много или мало вообще? Нет, это, конечно, ничто. Угу. Да, то есть я не знаю, в топ-5, наверное, все-таки по Европе, потому по что Европе, вряд ли по Европе, в мире, потому уже, что по Европе, я уже в Европе, уже поправились. Да. Значит, во-первых, начнем как бы с плохого. В Европе, как мы знаем, последние пару лет не очень хорошо с деньгами, да, поэтому... Собственно, не мы стали намного больше, просто они стали намного меньше, в том числе. Я не скажу, что намного меньше, там просто нет роста. Нет роста, да, правильно. Они нет стоят роста, примерно да, на одном да, уровне. Да, то есть нет роста, это стагнация, в прямом смысле слова. Да? А в России это дело растет, конечно, и благодаря этому какие-то страны обошли. Если сравнивать с какими-то другими, ну, скажем так, развивающимися экономиками, растущими экономиками, то я думаю, что если сравнивать с какой-нибудь Бразилией, я уж не говорю там про там, Китай, или даже Индию, я думаю, мы будем достаточно бледно выглядеть. Хотя точных цифр у меня нет, но я просто по ощущениям, по тому фону, который я вижу. Я же не говорю там про Штаты, естественно, совсем. Окей, но Россия плюс Европа... Остальное будет выглядеть более-менее. Да, конечно, нет. То есть мы берем сразу европейскую венчурную компанию? С точки зрения населения будем выглядеть, если Китай не считать, хорошо. А вот если не с точки зрения... Прошу прощения, дальше, Александр, я закончу ваш вопрос. Значит, куда пошли деньги? Я не могу отвечать за весь венчурный рынок. Примерно по ощущениям. За рынок, скажем, айтишный, я примерно представляю, какие инвестиции крупные, которые, собственно, составили вот ядро, да, вот этого вот этой вот суммы, условно говоря, такой заметной.
Это, как правило, истории, связанные в той или иной степени с ритейлом, с коммерцией, с электронкой. То есть мы знаем эти сделки, если это можно какие-то поименовать, а можно и не именовать. Но было несколько сделок размером там, 40, 50, 60 миллионов долларов. Собственно, вот они и составили основную часть. Это хорошо и правильно, но это уже, в моем понимании, в меньшей степени венчурные сделки. Это уже достаточно... Инвестиции в сложившиеся компании. Это сложившиеся компании, которым надо развиваться, продолжать расти, дорастать там до IPO, до многомиллионных или миллиардных там оборотов и так далее. А, собственно, венчурные сделки, особенно сделки ранних стадий, мне кажется, тоже, наверное, подрастает общее количество. Просто потому что, опять же, там зерна, посеянные 5 лет назад и заложенные в голову молодым людям мысль о том, что можно пойти учиться на инженера, закончив университет хороший, стать бизнесменом и заработать денег мозгами, а не сесть там, я не знаю, в банке или в нефтеперерабатывающей компании и только там социально преуспеть, это приносит свои плоды. То есть молодые люди стали приходить в инновационные компании, в технологические новые компании. Соответственно, появляются какие-то здесь. Сказать, что их достаточно, их крайне недостаточно. Я по своим цифрам просто... Озвучите. Вот по своей второй шляпе, да, которая называется «Сколково», в мою бытность директором кластера инновационных технологий «Сколково», через мои руки прошло примерно, через наши руки, скажем так, прошло больше 2000 заявок. Из них с чувством глубокого удовлетворения? Из них заявок, которые прошли первичную так называемую экспертизу и стали резидентами, да, виртуальными фонда «Сколково», более 300, ну, чуть больше 300. Из них профинансировано порядка 50. Но еще раз, там, у «Сколково» совсем другая функция, да, она все-таки скорее такая стимулирующая, поддерживающая, да, нежели бизнесовая. Там все-таки бизнес на второй стоит какой-то позиции. А из этих 50, прошу прощения, перевел, сколько стартапов-то было? Продолжаю. Чисто стартапов. Продолжаю. Вот теперь я пересел из там, одного кресла, там, фактически, не переходя в другое. Я смотрю вот на эти там 50 или 300 компаний с точки зрения венчурного совершенно точно там капиталиста. И я смотрю, ребят, ну вот все же мне тут знакомо, известно, да, вот скольким бы я дал деньги как инвестор? Ну, посмотрел, ну, скажем, 20 бы дал примерно, ну, в смысле, взвесил бы, начал бы переговоры. Подумавши бы 7, наверное. Дальше, да, почти. Значит, подумавши, приходишь к пониманию, что из этих 20, на самом деле, 10 твои инвестиции не нужны. Они пришли за деньгами, ну, бесплатными, да, в Сколково. Там, потому что действительно нужно поддерживать компании, нужно стимулировать хорошие компании и, скажем, дешевыми или бесплатными деньгами. В этом есть функция институтов развития, и РВК в том числе. А из тех, там, скажем, из той половины, которая готова была бы там взять деньги, да, наверное, по трезвому, вот сегодня я смотрю более-менее пристально на 4-5. Да, вот такой примерно... И тут же возникает мысль, зачем я вообще фонд-то делал? Не-не-не, ну это же... А с другой стороны, во-первых, а еще с другой стороны, не факт, что они возьмут деньги, потому что условия... Нет, я говорю о тех, кто готов взять. Кто уже готов взять. Я говорю о тех, кто не готов взять, есть ряд компаний, которые... Я бы с удовольствием им дал, они не хотят. После выпуска новостей, если не возражаете. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Это Игорь Виттель в «Парадокс» с Игорем Виттелем. Беседуем с Александром Туркотом и Яном Рязанцевым. Да, Александр, простите, я вас прервал. Ну, то есть я начал говорить о том, что вот воронка, по крайней мере, российская, в других странах она все же как бы более фокусная уже, да, более качественно подходят люди к подаче заявок такого рода или к поиску денег. Она вот соотношение там 2000 к, ну, скажем, ну, пусть даже к 10, да, из 2000 как-то 10, на 10 можно смотреть. Понимаете, при этом по рынку проходит не один туркод, по рынку, да, ходит много фондов, да. При этом ходит огромное количество людей, которые пытаются взять деньги. Не соотношение рынок продавца или покупателя, потому что... Вот смотрите, есть несколько тонкостей. Во-первых, все инвесторы разные, у каждого есть свой вкус. И в том числе вкус на то, насколько он будет погружен в работу компании. Некоторые инвесторы хотят очень плотно заниматься компанией, видят возможности привлечения там, своих связей, кроме капитала, чтобы компанию поднять на ноги. Другие инвесторы не хотят заниматься компанией, заниматься портфельными инвестициями, даже на этой ранней стадии. Все инвесторы разные, компании тоже разные. Некоторые компании, которые говорят, что им не нужны деньги, на самом деле
вполне могут передумать, если они переработают стратегию на более агрессивную. Просто многие компании хотят находиться вот в таком же спокойном состоянии, их все устраивает. Но если фонд или несколько соинвесторов убеждают их в том, что можно ваш бизнес может, более агрессивную может вырасти в 100 раз там, или в 1000 раз, если это все пойдет на рынки другие регионы или другие страны, глобализируется, то люди вполне могут задуматься. Поэтому этот процесс очень динамичный. Он зависит и от покупателей, от их состояния, от их менталитета, и от продавцов. Яна, законодательная база в стране, она насколько соответствует тому развитию бизнеса, который необходим? То есть насколько позволяет развиваться и в венчурном направлении, не ограничивает инвесторов? Этот вопрос очень хороший и тяжелый. Спасибо, что похвалили. Он очень распространенный, да, и ответ на него тоже не такой. Есть распространенный, а есть настоящий ответ. Давайте настоящий ответ заключается в том, что законодательная база позволяет заниматься бизнесом, но состояние совершенно недостаточно для того, чтобы заниматься в массовом порядке технологическим и венчурным бизнесом. Вполне может функционировать компания, которая является дочерней компанией от иностранной мамы, скажем так. И с другой стороны, целиком создать компанию в России с тем, чтобы профессиональные инвесторы могли оформить все свои отношения, в российском праве, к сожалению, невозможно. И с одной стороны, мы видим, что компании возникают, да, в каком-то количестве, и рост наблюдается. Но если мы спросим венчурные фонды с мирового рынка, с большие имена и так далее, инвесторов профессиональных, они, конечно, скажут, что надо еще очень-очень много работать. Ян, наверное, даже над оптимизацией законодательной базы. Сейчас к этому вернусь, наверное, к Александру вопрос. Я на днях с удивлением прочел, хотя до меня всегда доходили такие слухи, там, что Беларусь, офшорные программисты, они там вошли в топ-50 по миру, по-моему, офшорных программистов. Ну, что на самом деле не так хорошо, но, в принципе, неплохо. Да, и тут я видел большой материал о том, что на самом деле Александр Григорьевич чуть ли не раю создал для IT-компании в Беларуси. Почему такой авторитарный режим, казалось бы, смог создать такие тепличные условия, а у нас вот эта вот критическая масса мальчиков, которые бегают по рынку с проектами, и из которого что-то прорастает, у нас до сих пор не проросла. Ну, меня там многие, может, там, я не знаю, там, осудят или проклянут, но я вообще считаю, что просвещенная монархия может быть, не худший вариант правления. Не беру Белоруссию конкретно, да, там у нас есть примеры и внутри страны, кстати, в отдельных регионах, где строго выстроена там вертикаль подчинения приводит к удивительным результатам, совершенно там, непредсказуемым, в смысле позитивным. То, что касается, почему там хорошо, где нас нет. Я не говорю, что там хорошо, где нас нет. Почему здесь этого нет? Почему нельзя создать вот действительно тепличные условия для массы? Ну, давайте так. Откуда вообще взялся вопрос, что их нет? Ну вот я хотел, конечно, на этот вопрос ответить. Сравните систему налогообложения. Ну, секундочку. Это другое. Их нет отчасти. Значит, в свое время, опять же, не берусь сейчас говорить, кто и когда, и как давно, крупными айтишными компаниями, был пролоббирован закон о льготном налогообложении, социальном налогообложении для них, что, в общем, серьезная нагрузка для компаний, в которых основная затратная часть – это зарплаты, это люди. Да? Но, как ни смешно, этот закон покрывает компании от 50 человек, по-моему, персонала и выше. Да? То есть стартапы, начинающие компании, они по полной, собственно говоря, платят. Там, где нет денег, там пытаются, собственно говоря, эти деньги получить. На сегодняшний день, насколько мне известна позиция и индустрии, и там, скажем, министерства, там, в том числе связи, есть попытки все-таки это дело развернуть. Вот Сколково, например, я когда там ко мне приходили компании, и там им нужно было получить статус, я говорил, ребят, давайте будем давать статус, ну, достаточно, скажем так, либерально, потому что любое начинание, если мы можем этим статусом помочь им просто хотя бы там понизить нагрузку налоговую, это благо.
Ну, это там повышает в разы повышает шансы на выживание. То есть на 30%, на 25% оптимизирует кэшфлоу, как не прискорбно это звучит. Это в случае, если компания есть что оптимизировать. То есть есть продажи, есть налоги. Ну, так, в том числе за налоги. Социальный налог там зарплату. с нуля они платят. Но на прибыль все-таки имеет отношение к более зрелым. Прибыль это для... А тут речь идет о том, что стоимость сотрудника работодателю в стартапе на 25% дороже, чем вот в компании крупной. Угу. Ну, что само по себе, в общем, достаточно нелогично. И намного дороже, чем в Беларуси. Вот. Но я думаю, что это произойдет рано или поздно. Не знаю я, как мерить Белоруссию целиком. Хорошо, а если это произойдет, это позволит, ну, если не взрывному произойти росту какому-то, но тем не менее? Только это, конечно, не позволит. А что еще? Ну, еще раз, я-то считаю, что вообще проблема во многом в головах по-прежнему, хотя она меняется. Я считаю, что престиж вообще инженерной профессии как таковой, да, он находится где-то на уровне плинтуса. Да? Ну. То есть понятно, что мы знаем, что там конкурс в какой-нибудь там, ну, бог знает, не хочу опять же, какой-нибудь там финансовый вуз, да, или там юридический вуз, он достаточно высокий. Конкурсы в вузы инженерные, в том числе и айтишные, за исключением, может быть, там 5-6 топовых, он в разы ниже. То есть, соответственно, люди идут после первого экзамена, без конкурса фактически поступают, то есть качество абитуриентов не очень высокое, качество обучения, соответственно, среднее. Выходят инженеры, которых потом надо 2-3 года переучивать для того, чтобы они стали какими-то там более-менее самодеятельными. В 1984 году, когда я поступал в Московский авиационный институт, ситуация выглядела точно так же. В инженерные вузы в основном можно было попасть как угодно. По себе знаю. Инженер из меня, как вы все хорошо себе представляете, так себе. И это было... Тем не менее, в стране были замечательные инженеры. Профессия тоже была. Тем не менее, в космос летали. И балет у нас в стране был, а не Волочкова, да? А сейчас и космос... А что, совершенно верно. В любой отрасли есть определенная там эволюция, иерархия талантов. В данном случае деволюция. И девальц. Но я думаю, что нельзя путать показатели, скажем, престиж инженерной профессии для молодого человека, который выбирает себе жизненный путь и решает пойти там в инженера или в юрист. Это одно. И вообще престиж инженерной профессии для российских специалистов – две большие разницы, как говорится. Я думаю, что вот если мы возьмем второй показатель, есть ли престиж у российских инженеров, то вы можете услышать в любой технологически развитой стране, в любой крупной корпорации, что этот престиж неимоверно высок. Нет, ну я вот Репутация. Репутация, не престиж. Репутация, не престиж. Я все-таки тупо задам еще один и тот же вопрос. Я все равно, глядя много раз, там, как мы все, наверное, из вас, бывая в Сингапуре, я вот не могу понять, как за 30 лет страна из болота превратилась в хай-тек рай. Хотя прочитал все книжки на эту тему, воспоминания Ли Куан Ю, многие книги советников его, людей, которые там бывали. Все равно понять не могу. И не могу понять, почему у нас вот уже там 20 лет перестройки, ну, допустим, упущен годы, разрушенная промышленность, наука и так далее. Но вот сейчас, за эти годы, хотелось бы все-таки увидеть какой-то критический, чего не хватает. Вот что нужно сделать, чтобы мы превратились в хай-тек рай? Нужно... В научный рай, неважно, не обязательно прорыв в IT. В чем смотрите, вот, ну, во-первых, не надо научный рай смешивать с хай-тек раем или с бизнесом технологическим. Две абсолютно разные вещи. С хай-теком так себе, да. И ничего. А что нужно? Но Швейцария также... никогда не находилась в такой ситуации, в которой находился Сингапур к моменту прихода там Ли Куан Ю, да? Ну, лучше или хуже, неважно. Да, мы что а нужно? Мы ближе к рыбацкой деревушке, к сожалению, все-таки. Или чего не хватает? Я думаю, что все-таки, опять же, болезни роста, но они в том заключаются, что довольно мало специалистов именно в этой отрасли, каким образом управлять и развивать экономику, инновационную часть экономики, технологический бизнес. К сожалению или к счастью, но для этого требуются специальные знания и хороший опыт. Поэтому, причем и централизация принимаемых решений, их обдумывание, моделирование, очень тонкий такой слой, который динамичный, можно очень быстро
быстро получить эффект и также быстро его потерять. Нужно, чтобы просто все происходило продуманно и с участием специалистов, которые в этом хорошо понимают. Может быть, не с участием, а именно делалось это специалистами. Я тогда возвращаюсь вот к Сингапуру. В свое время в том же Сингапуре там не было армии, да? Не знали, как воевать. Ситуация была тяжелая. Что сделали Куань Ю? Привез израильских военных. Кстати, тщательно скрывал о том, что они там работают. Несколько лет израильские военные строили сингапурскую армию. Может, действительно к вашей истории варягов вернуться? Привести специалистов, если нас не хватает. Действительно набрать такую критическую массу откуда угодно, любыми там на коленях стоять. Что, кстати, со Сколково уже происходило. Говорили, что все русские ученые, которые уехали, наша утечка мозгов должна вернуться на унавоженную, простите за выражение, почву. Она не должна, она может вернуться. Может, да. Мы создадим никому условия. Не должна. Да, создадим условия, чтобы вернулась. И... Есть, кстати, и не только в Сингапуре, есть, допустим, в Китае прекрасная программа «Черепашки» называется. Да, «Ниндзя». Просто «Черепашки», просто «Тартлз». Угу. По специальной программе по поддержке привлечения репатриантов или ученых, уехавших, или менеджеров, предпринимателей обратно в Китай. Угу. И... В Иране тоже есть такая программа неубежавших ученых. Да, но в Китае это действительно это долгосрочная программа. После выпуска новостей, если не возражаете, буквально через несколько результат. Минут. Ну что ж, возвращаемся в студию. У нас в гостях Александр Туркут и Ян Рязанцев. Беседуем о российских инвестициях и венчурном бизнесе. Простите, Ян, я перебрал. Так почему у нас этой программы нету? Такая, скажем, такие идеи существуют, они прорабатываются. Я думаю, что причем во всех институтах развития и в государственных организациях, министерствах есть определенные наработки в этой области. Наработки есть, где программа, где работа. Необходимо это интегрировать, потому что такая программа имеет очень понятную клиентуру, которую, кстати, можно просто пересчитать. Эти люди все известны, которые в мире живут, которые когда-то переместились, уехали, да, и которые работают в различных корпорациях, фондах, в компаниях. Они все, в общем-то, известны. И их можно изучить как класс, как говорится, и специально под клиента построить такую программу, интегрировав все возможные преференции разных ведомств, инструменты институтов развития. Просто этим надо заниматься централизованно как-то и собрать все инструменты для того, чтобы это могло произойти. Но эта программа в любом случае будет достаточно долгосрочной. Для этого требуется много-много лет. Александр, возвращаясь, мы начали с KPI, закончим KPI-ами. А чему должны сейчас соответствовать претенденты, чтобы получить деньги у вас в фонде, в других фондах? Что интересует? И чтобы люди понапрасну не ходили по рынку. Это не KPI. У меня нет. Параметры. К концу года взять двух блондинов и трех беременных. Нет такого KPI у меня. Да, беременных блондинов нет. Хорошо, параметры, по которым... Минимальные параметры, которые должны соответствовать претенденты... Моего фонда параметры одни, как я уже замечал. У каждого фонда есть свои какие-то там... В целом по рынку и для вашего фонда. В целом, первое, на что я смотрю, и мои партнеры, и товарищи смотрят, и все, насколько я знаю, смотрят, это, конечно же, люди. То есть важна команда. Важно, чтобы... Опять же, команда или ключевые игроки, важно, чтобы те там 2-3 человека, которые объединились для того, чтобы заниматься этим бизнесом, понимали, о чем они говорят, понимали, чем они рискуют. Да, понимали, в общем, грубо говоря, понимали, на что они идут. Потому что, в общем, вот за последние пару лет уже подрос целый класс таких профессиональных стартаперов, которые вот так вот поднимают денежки маленькие там, здесь, побеждают на конкурсах, получают там грамоты, призы, и вот так вот несколько лет кочуют из студии в студию, скажем так. Да. Во-первых, команда. Во-вторых, вот я, это не значит, что это правильно. Просто это моя такая там хотелка. Я небольшой сторонник слепого повторения на российском рынке отработанных на Западе моделей. Я не очень... Это новое.
Это новое. Ну да, потому что большинство сделок, которые происходили, люди тупо копируют западную модель, чтобы потом ей же и продать. Я считаю, ну, замечательно, ну, давайте там скопируем. Нет, я-то тоже давайте не сторонник. Скопируем BMW и сделаем, получится сразу запорожье. Александр, если бы мы могли скопировать в России BMW, мы бы давно поэтому, скопировали. Нет, суть не в этом. Суть в том, что это на самом деле при должном умении и правильном подходе, это тоже работающая модель, да, не всегда надо выдумывать велосипед. Просто я считаю, что продукт или проект, там, все что угодно, да, что имеет какое-то будущее вне российского рынка, оно должно иметь какую-то оригинальность. А замыкаться на российском рынке, наверное, не совсем правильно, в том числе для венчурного фонда, интерес которого все-таки вырастить бизнес. Это первое. Второе, я, например, я не очень верю, когда ко мне приходят люди и говорят, вот мы сейчас сделаем, неважно, там, магазин электронной коммерции. Причем люди-айтишники могут быть прекрасные айтишники. Но я не верю, что люди, которые не имеют никакого опыта в ритейле, могут построить успешный ритейл. Или люди, которые не понимают, что такое тревел, да, могут сделать успешный тревел. Поэтому здесь, конечно, важен тот набор компетенций и понимания, что люди идут делать. Дальше важно понимать для, то, что я в первую очередь спрашиваю. Понимают ли они, где деньги? Да? Есть ли там на чем заработать деньги? И где, они могут ошибаться. То хотя бы об этом должны задумываться. Потому что когда люди приходят... Вот смотри, какая там вещь. Я говорю, а зачем? Ну, прикольная же. Ну, прикольная. Ну, тогда в магазин, там, в кунсткамеру. Да? Вот. Дальше, соответственно, вот у меня есть некий набор направлений, по которым, я считаю, будет интересно работать, это во многом стыковые направления, как я уже говорил. Я считаю, что все, что касается там e-health, что называется, да, это IT и медицина, просто никуда не денется, оно должно расти настолько невысокий уровень сегодня в России. Мне интересны проекты в образовании, мне интересны проекты в инжиниринге, да, вот все, что касается, там, ну, не буду терминами бросаться, там, гридов, умных домов, там, и так далее, да, мультиагентных систем и так далее, да, это тоже интересно. Ну и там, вещи, которые стандартно каждый год какое-то новое модное слово выходит на рынок, мы знаем, да, были там социальные сети, потом были у нас, кто у нас был дальше, были у нас облака, все приходили с облаками, все было. Ну, с социальными сетями, надеюсь, закончилось уже? Да, да и с облаками как-то, ну вот, прошел первый такой шум. Первый шум прошел, но эти концепции и социальных сетей, и облаков, что, в общем, тоже не ново, потому что очень-очень давно, когда машины были большими, в принципе, а очень все было похоже на эти облака. Да, конечно. Эти концепции, они далеко не исчерпались, а там происходят серьезные процессы развития вообще в мире, и в какой-то определенный момент мы перестанем воспринимать облачные технологии, вычислительные и социальные сети как поле как для инноваций. Проект. Это инструмент. Это конечно, просто станет платформой. Как водопровод. Так же, как телевизор, iPhone, iPad, я это согласен. Просто станет платформой для развития большого числа новых бизнесов. Я говорил немножко о том, что сойдет пена. Те люди, которые действительно будут делать что-то касающееся... Они будут там, понимать, что они уже делают. Они понимают, что они делают, потому что часто ко мне приходят люди там, с рассказами, а вот у нас облачная, не знаю, что, бухгалтерия. Я говорю, а что это она облачная? Обычная серверная аппликация. Почему? Ну, мы же сервер вот теперь в облаке посадим. Я говорю, ну, это все, вся разница? Да, это вся разница, потому что она облачная. Естественно. Это... Ко мне несколько раз приходили люди, которые социальную сеть для музыкантов делали. Там было очень много интересного. Ну, почему нет? Почему нет? Нет, ну, можно так для кого угодно сделать. Для кого угодно. Сеть, так и будет. Так нет. И будет. Для кого угодно будет. Надо в терминологии. Это уже не социальная сеть. Социальная сеть... Это понесли сеть по интересам. Это то, что называется комьюнити. Да, завершая. Александра, да. Да, сегодня вот, сегодня все говорят про, вот, про большие данные, так называемые Big Data, да, действительно, там что-то лежит, просто еще тех, кто реально там что-то уже нащупал, очень мало. Понимает и готовы действительно в этом работать. Вот, а мода будет менять, через год еще что-нибудь будет. У нас в этом направлении, кстати, есть серьезные конкурентные преимущества, потому что многие работы, которые были сделаны в России,
имеют ключевое значение для развития вот Big Data и для развития высокопроизводительных вычислений, развития обработки больших массивов компьютеров, неоднородной информации. Есть прорывные вещи, которые мы действительно увидим и будем ими гордиться. Ян, а можно точно так же объяснить на пальцах нашим радиослушателям, что интересно РВК и как РВК финансирует? Потому что существует очень много мифов, и не все знают, что такое фонд фондов и так далее. С чем идти в РВК и куда? В РВК идти можно только с проектами по созданию фондов или действующим фондом, которые производят новый этап подъема денег, дополнительный этап. Потому что РВК как фонд фондов не инвестирует в компании. Непосредственные проекты, да. Да, но понимая, что на рынке есть такая проблема, поток проектов качественных достаточно небольшой, мы вместе с нашими фондами, в которых есть капитал РВК, ну и с партнерскими фондами, мы ведем такой мониторинг тех проектов, которые наиболее интересны в разных технологических областях, и в каких-то случаях делаем представление команд, которые нам кажутся интересными с точки развития какой-то ниши технологической, тем фондам, которые больше всего подходят под данный стартап, скажем. Угу. Вот. То есть, увидев проект, направляете его в сторону? Мы его перенаправляем. Это не регулярная такая деятельность в тысячи. У нас, в принципе, количество проектов, которые мы проанализировали, оно примерно тоже такое. Это, за все тысяч. Время, я думаю, что больше. Это может под три уже тысячи, вот, но количество компаний, которые проинвестированы РВК, сейчас подбирается к, ну, в районе 150 компаний, и соотношение тоже, в общем-то, близко к стандартному, когда средний, скажем, венчурный фонд инвестирует примерно в 1% из тех предложений, которые к нему приходят. А бывает и гораздо меньше. В 1% инвестируют, и еще из этого 1%... То есть из тысячи сделок он делает 10 штук. Вот. Это такая мировая статистика. Но, опять же, тому, что инвесторы разные, и на мировом рынке их достаточно много, шансы у предпринимателей есть найти своего инвестора и подружиться и получить инвестиции. А по объему финансирования? По объему финансирования, конечно, все зависит от стадии развития компании. Мы ориентируемся прежде всего на раннюю стадию, на посевную стадию и на раннюю стадию развития компании. Это обозначает посевной раунд и первый самый раунд инвестиций. По объему в среднем пассивные инвестиции, которые делаются с участием нашего фонда пассивных инвестиций РВК, в среднем это примерно 15 миллионов рублей, то есть полмиллиона долларов. Угу. Инвестиции фондов ранней стадии, которых у нас сейчас 7, в среднем порядка 3 миллиарда рублей каждый фонд объемом. Созданные пополам с частными инвесторами, половина денег РВК, половина частный инвестор. Вот эти фонды инвестируют в каждую компанию в среднем, ну, скажем, 2-3-4 миллиона долларов. Александр, у вас примерно какие объемы инвестиций, на какой стадии? Ну, мы ровно говорим примерно ровно об этом же. Угу. Объем фонда плановый моего, он порядка 100 миллионов долларов, то есть те самые деньги. В фонде примерно 80% бюджета, портфеля фонда будут так называемые первые раунды, средний размер сделки от 2 до 3 миллионов долларов мы планируем. И примерно 20% денег мы планируем потратить на такое, скажем так, внутреннее высеивание, внутреннее инкубирование.
ровно потому, что мы не ощущаем сегодня... Поскольку передать потолок, я имею в виду, за какими деньгами к вам имеет смысл приходить? То есть... Зависит от стадии. На стадии посевной это считанные сотни тысяч долларов, на стадии первого раунда это там 2-3 миллиона долларов. Спасибо. Ну, на этом наша передача подошла к концу, наша программа подошла к концу. Напомню, что в студии у меня был управляющий партнер Maxwell Capital Александр Туркот, советник президента фонда Сколково, и Яна Рязанцева, директор департамента инвестиций российской венчурной компании.